Город Нур-Султан, озеро Майбалык. Мы прибыли. Вон, аэропорт Нур-Султан. Крутит, крутит. Отпустил, может, да? Стоит? Есть. Кто? Щукин, 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 молодца. Смотри, сидел, да? Молчал. 10 марта 2019 год. Кайф. Озеро Жанибек Шалкар. Поселок Садырбай. На водоеме примерно где-то машин 40. Вот расстоялись. Насчет льда не слушать. Лед 1.30 м. Если было бы 40 сантиметров шариков, здесь его бы точно не было. И вот этой машины точно не было. Машина была. Вот наш улов. А его не было. Так, сегодня 11 марта, понедельник, озеро Батакара. Вот результаты моей рыбалки. Так, вкратце, вот лунка, вот лунка. Сырые окуни попадаются довольно. Шарики не маленькие, хорошие окуни. Ну вот пачка сигарет лежит. Вот. И другую положим. Тут побольше, по-моему. Правда, он скрутился. Есть, ну, окуни хорошие. Мелкие есть, но есть хорошие. Так, там еще озелунок. Лежит по одному, по два штуки. Ну, вот такой результат моей сегодняшней рыбалки. 12 марта, Садырбай. Сейчас покажу, что Серега тут нацвыркал сегодня. Нацвыркал вот такой вот беды всякой. Такие кабанчики есть. Просто красавцы. Вот такой. Такие есть, блядь. Кочерык на живца взял. Такие ребята сидят. Штук 200 точно они нахуярили. Чебака, блядь. Чебака штук 200 подолбили. Ну, а я
дня без живца щук не стал ловить. Я окуней. Ну, больше 50 штук точно. 50 штук. Такой. И вот такой. Рыжики попадаются. Чебачков тоже 3 штучки взял. Он тоже беременный. Короче, повеселились мы. О, это. Ну-ка. О, микроокунёк еще. Последнего вот вытащил. Да. Вот весь улов. Вчера приехали 12 часов. Сегодня время сейчас уже 3 час. Всего насчитали сейчас 70, 69 щук и один окунь. Килушки, полторушки. Ну, есть и, конечно, и 600-граммовые, 700-граммовые. Это шолаковская щука. Но, к удивлению, обращаем на первый ряд. Щука на 5 килограмм. Оскар поймал вот тоже на 5. Это первый я поймал. Вот этот Оскар поймал. Сразу перепрыгиваем. И 3800 я поймал. И сейчас вот буквально 3 минуты назад притащили мы вот такую шошку на 9 килограмм. Вот 4 крупные щуки. Асыке? Отлично. Всем салам. Да. Вот смотрите, ребята, шулак. Ё-моё, уже я сколько? На 4. 4 на 4 брали. Килограмма, на 5 брал. Теперь я не знаю. Вот этот килограмма на 12, наверное. Сейчас вешаем. Куримс. Вон, кровь течет аж. Серику, спасибо большое тебе. Вон, багру спасибо. Снимай по городу. Хозяин на багра снимай. Вот шошка. Вот шошка. Ебать. Юра несет 29-й хвост, добытый 14 марта. Красотень. Сейчас. Еще одну и домой, да, Юр? Все уже, да. Все? Вообще, это жесть. Мы оторвались от души. Души душевно, да, Юрик? Добавим к 14 марта 29-й хвост. Оп, и в центр сейчас еще одну постараемся добыть. Все, 14 марта forever. Мы на рыбалке. Дорога по Жарлыколю. Выехали домой. Время 5:21. Едем домой, подъезжаем к этим домикам через них и по трассе и до дому. Всем нихау. Мы домой едем, да, Юрий Юсупович? Где ты был? Расскажи хоть, где был. На рыбалке. На рыбалке. А где? На Узынколе. Жарлыколь. 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 Короче, мы были на Жарлыколе. 14 марта 2019 год. Все нормально. Все, огонь. 29 хвостов. 30-го не добились мы чуть-чуть. Вообще огонь, отбегались вообще, да, Юрик? Ага. Прям красота. Из красотей такая дорога. Можно сказать, плывем, ползем. О, моя ли телефон грязит. Ребятки, кто на пузатерке хочет на Жарлыколь ехать, пожалуйста, едьте. Едьте. Зеркало видно. Едем. Передок включенный, потому что по-другому не так. Всем салам с Германии. В группе 3G Kaiser. Приехал места посмотреть. На речке у нас
Конечно, воды еще много. Метра два должно идти, потом нормально будет. Здесь говорят, лещ неплохо идет. Последний раз с Руском здесь разговаривал, здесь рыбачил. Забыл пакетик забрать. Напомнить ему. Место ничего так. Есть где палатку поставить, машину поставить. Ну-ка пройдусь дальше. Вот второе место на ступеньках. В том году часто здесь сидел, здесь удобно. Правда, они еще там, ну, глубже уходят. Я удочки где-то там ставил. Удобное местечко, сюда раскладушку можно бросить. Сразу как столик там идет. Наверное, сюда сяду. Ну, сейчас третье место посмотрю. Вот третье место. Ну, самое козырное. Здесь летом всегда занято. Вот когда я позавчера видео снимал, здесь все в воде было. До туда все. Здесь судак неплохо идет. Те два места, которые я сейчас снимал, получается в заливе вон там. Там и чуть подальше. Всем салам еще раз, с Германии. Река Рейн. 18 марта 2019 год. 3G Kaiser рулит. Видео для 3G Kaiser. Вот. Озеро Шулак. Все, уже время 5. Мы собираемся. Вон вдали там стоит Степан со своими ребятами. Сегодняшний наш улов. Ну, короче, штук. 13 штук, в общем, взяли. Самый потолок это 1,5 килограмма. А так остальные 800, килушка. Ну, пойдет закрытие сезона, короче, у нас. Мы на озере Шолак. Хотел показать. Видите, вот эти все кучки. Это все у нас идут сети. Вот. Вот, слушай, сеть стоит. Вот все кучки пошли. Я поставил жерлицы справа, 5 штучек, они срабатывают, а слева, которые стоят, ну, редко срабатывают уже. А таких кучек, о, там тоже везде кучки, кучки, кучки. И обратите внимание, вон вдали, если видите, стоит черная-черная машина. Не знаю, чего она стоит, но она, мне кажется, за всем этим хозяйством наблюдает. Так что вот такие вот дела. А мы говорим, где вся рыба. 17 марта, 2 часа дня. Дядя с папкой собирается. Немножко порыбачили, тут жерлицы стоят. Так, чуть постояли. 2 часа дня. Поймали. И все видно. Ну, блин, солнце светит сегодня. Конкретно. Поймали один щук. Одного окуня. Короче, вот. Вот место мы рыбачили. Все. Шуруем домой. Вернее, не домой. Поедем. На городе, на Чебоксары. Вот дядя Витя снимается. Ну, там немножко чебока потаскали. Ну, живца, можно сказать. Ну, в общем, чуть-чуть половили. Всем привет. 3G Kaiser, привет. 3G Kaiser представляет. Асике? Алейкум, Джигдер. Клад наш. Да, клад наш. Клад 3. Еще не открывает. Yeah.
Привет, дорогой подписчик. Или просто случайный прохожий, да? Тебе посчастливилось найти этот клад. Пусть он принесет тебе настроение и принесет удачи. Подпишись на канал Мощный Дождь. Че, а шамза? Давай, пацаны ждут. Клад. А, веселее, машай. Ничего себе. О, базара нет. Наушники. Базара нет, подарок. Что там дальше еще может есть? Что? Зарядное устройство. Еще наушники. В общем, вот мы втроем нашли клад. Основной. Два дополнительных лежат там же. Там в основном видео будет обзор, где они лежат. В общем, деньги. Вот. Коробка основная тоже в машине. Блесенка, удочки и прочее. Все подписывайтесь на канал Мощный Дождь. Нурали красавец. Нурали Салимов молодец. 3G Kaiser. Мы из группы 3G Kaiser, одноименного YouTube канала. Кто там, что там? Давайте. Всем удачи в поисках. Салам. Ищите, ребят.